В самом северном городе страны состоялось настоящее фэшн-шоу. Певекский дизайнер Ангелина Бельская объединила вокруг себя талантливых специалистов индустрии моды и красоты. От мастеров маникюра и парикмахерского искусства до профессионалов по плетению на коклюшках. А изюминкой коллекции стал показ модной одежды, который доказал всем, что оставаться женственной, модной и современной можно даже на краю земли. В Доме культуры Певека настоящий аншлаг. Мероприятие организовали прямо в фойе, отказавшись от большой сцены, чтобы быть ближе к людям. Для зрителей подготовили настоящее представление. Местный дизайнер Ангелина Бельская продемонстрировала горожанам свою коллекцию модной одежды. Платья, туники, рубашки и брюки, юбки, костюмы и даже пальто. Для выхода в свет и повседневной жизни. В коллекции в основном были использованы итальянские ткани. Это эко-кожа, эко-замша, настоящая органза, различные кружева французские, солтис. Все наряды созданы своими руками. Ангелина Бельская – мастер-самоучка. Дипломов не имеет, а увлечение сделала своей профессией. Шьет одежду на заказ. На первом показе были продемонстрированы 30 моделей. Микс разнообразных направлений стиля – спорт-шик, классика, нью-лук, оверсайз, боху. Я могу еще серьезнее, еще основательнее полностью сделать изделие от кутюры. И серьезную коллекцию могу сделать. Но это, естественно, закупка материала, закупка, опять же, разнообразных фурнитур, бисера и так далее. Если вы хотите увидеть кутюр настоящий, то это хотя бы мне надо полгода, год работать. Тогда вы можете увидеть новую коллекцию мою. В качестве модели выступили жительницы Певека – 20 человек. Это и молодые девушки, и женщины бальзаковского возраста. Удивляли не только нарядами. На помощь пришли и местные мастера парикмахерского искусства. Отдельным блоком были представлены работы мастера маникюра, которая создает на ногтях клиенток художественные шедевры. Показали зрителям и уникальные украшения. Бижутерия выполнена своими руками из бисера и настоящих камней. А Раиса Манылова уже много лет работает в уникальной технике кружевного вологодского плетения. Отдельно были представлены работы и других дизайнеров Певека, которые не смогли лично присутствовать на показе. Можно смело заявить, что даже на самом краю земли достаточно мастеров, чьи работы не уступают в качестве их коллегам из больших городов. Индустрия фэшн у нас бурлит. Просто мы это как-то так на второй план все убираем. Тут решили выдвинуть на первый. Завершился показ с выходом идейного вдохновителя и автора первого модного шоу Певека Ангелины Бельской, которая лично представила сердце коллекции – белоснежное свадебное платье. Анна Мартяшкина, Сергей Филимонов и Валерия Силина. Служба информации.